вот ягель типичный. Вот это ягель? Да, только запомните, это не оленей мох, вообще он лишайник. Но олени его очень любят. А почему они его любят? Прям вот они... вкусно, попробуйте. Посолить и самое то. Друзья, ну что я могу сказать? С голоду мы здесь точно не умрем, если будет нелетная погода. А вот багульничек. Багульник вообще он такой, знаете, как бы считается ядовитым. Его не надо, нет, не надо. Его если долго нюхать на материке, может голова заболеть. Не, очень вкусно пахнет. А у нас нормально. А елочки вот эти, это шикша, водяника. Если вы вдруг потеряли воду, вы можете ягодками этими напиться. Да, такая сладенькая, приятная. Да. Прямо ощущение, что я как на батуте. Смотрите, как пружинит. Это здесь на самом деле не земля, а торф. И именно поэтому здесь нельзя разводить костры в лесу. Конечно. Безусловно, очень много сложено и правил поведения. Ну, мы это называем суевериями. Угу. Никогда северянин не возьмет, если найдет какой-то предмет человеческий, да? Как пример, кто-то оставил себе какую-то примету, закладку, и ему знак, это важно. Может быть, да, ему дорогу, это важно, дорогу, когда он будет пройти, возвращаться, да, обратно. Для чего-то не потеряться, нужно. Не заблудиться. А если ты это заберешь, ты его соберешь спусти, ты человека навредишь. Да. Кстати, вот, пожалуйста, вот мы стоим с вами на берегу каменной реки Курумник. Каменная река. Да. Боже мой, можно громче, это... Можно громче. Боже мой! Понимаете, что самое это, интересное, что это самый типичный водопад. Это смысле, самый типичный? Это их тут это тысячи. Не... А, если мы с вами посмотрим, мы увидим тоненькие серебряные нити. На самом деле это тоже каскады водопадов. Ну, наверное, они не такие большие, как это. Человек слишком маленький. А человек маленький. Человек, к сожалению, просто... для этой природы да, не заметен. И, но при этом, при всем... Природа к ним очень благосклонна. И вы знаете, я стала замечать, если человек приходит искренний, и погода хорошая, мы с вами хорошие люди, вы хорошие люди. Мы стараемся, Ларис. Да. Ну что мы все говорим и говорим? Давайте наслаждаться видом. Давайте помедитируем, конечно. Конечно. Когда вокруг такая красота... Хочется забрать ее с собой. Эх, взять бы это кристальное озеро, да унести его в зеркальную гладь. Мне кажется, я знаю, как это сделать.